Добрый день, дорогие друзья! В эфире Breaking News на Happy Radio. С вами Ярослав и Адриана, и у нас самые важные новости. В Великобритании мужчина под шофе сменил имя. Во время карантина 30-летний британец увлекся просмотром телешоу с участием своей любимой певицы Селин Дион. Мужчина часто выпивал, и в одно прекрасное похмельное утро случайно узнал, что сменил имя. И теперь его зовут не Томас Дот, а Селин Дион. Я пил, как обычно, смотря ее концерты на телеке. Последнее, что я смотрел, был концерт Селин Дион в Лас-Вегасе. Пару стаканчиков позже, я даже не помню, как я шел спать, но это не важно. Наверное, тогда я и отправил письмо в главный офис. Парень не помнит, как это случилось, но согласно письму, которое пришло через несколько дней, процедура обошлась ему в 89 фунтов стерлингов. Это более чем 120 баксов. Также, чтоб случайно не потерять документ, как оказалось, он заказал 8 сертификатов по 10 фунтов, подтверждающих его новое имя. Это были Breaking News на Happy Radio. С Ярославом и Адрианой у нас самые актуальные новости.